пока все засчитано. Ага, смотрите-ка, берет, Вейдин, 108, выходит на первое место. Выходит он на первое место лишь по меньшему собственному весу. Довольно Вейдин, в толчке тоже у нее самый большой начальный заявленный вес, 135. У ее соперниц, которые сейчас идут на втором и... Ну, на третьем месте у нас идет Мария Александра Эскобар, она всего лишь 117 начинает в толчке, это очень мало. А вот Кусинчу...